Вот пробочка от вина, я ее режу вот такими вот кругляшочками. Видите, она какая красивая на срезе получается. И несмотря на то, что здесь, естественно, марка вина написана и логотип вина, он когда обрезается, видите, просто идет, ну, какой-то рисунок непонятный. То, что я очень сильно вот люблю вот такие вот вещи, потому что смотрите, как стильно начинает смотреться. Оно добавляет эффекта. Даже вот сюда вот мы вставляем, видите, какой интересный какой эффект. И даже вот пробка и дерево рядом, смотрите, как смотрится здорово. А режем мы пробочку ножиком, не очень толстые. Режется пробка легко. Смотрите, то есть как бы я хочу вот такие тонкие пробочки нарезать. Кто-то, может быть, хочет потолще. Это вот от вашей фантазии уже будет зависеть. Я просто вам показываю, что можно сделать из пробки. То есть пробка от шампанского точно так же подойдет. Просто там будет больше диаметр.